Всем приветики. Сейчас мы будем выравнивать нашу погнутую посылку. Для этого нам углы, помятые углы. Будем выравнивать плоскогубцами, но не напрямую, чтобы не поцарапать еще больше, а через вот такую вот штуку. Наложим сюда вот так вот, чтобы зазубрины не остались от вот этих вот плоскогубцевских штук. И попробуем выровнять. Опа, что-то там выровнялось вроде. О, почти. Так, еще раз, но чуть-чуть. Самую-самую малость, которую только вообще возможно сделать. Так, чуть-чуть. О, так вот. Ну, более-менее. И при этом не поцарапалось, да? Вроде бы, да. Единственное, что... Ну, от загнутости... Ну, это от согнутости. Или это от плоскогубцев... Нет, все-таки от плоскогубцев видны. Видны такие штуки. А здесь... Нажатие от плоскогубцев. А здесь не видны. Может, это не от плоскогубцев, а так просто. Хотя, если ради интереса, если взяться так вот, наверное, что останется от плоскогубцев. Так вот, еще чутка подровнять. Вот теперь глянуть, что от плоскогубцев останется. Да, особо ничего и не остается. Правда, здесь как-то уже покривилось. Так. Вот так. Ну, вот теперь более-менее ровно. Так. Что делаем дальше? Дальше равняем вот эту штуку. Так. Равняем. В принципе, какая разница? Он и так весь зацарапанный. Че его, типа, это... Еще какими-то штуками предохранять мягкими. Хоть бы более-менее вид придать нормальный. Хотя тут уже, мне кажется, старайся, не старайся. Ну, так-то получше, конечно, будет, чем оно все загнутое. Вот. Таким вот способом, блин. Все равно как-то не очень. Надо снять вот эту штуку, все равно ее тоже надо равнять. Откручиваем. Вот здесь вот болтик один. И здесь вот болтик тоже один. Так, и когда мы все раскрутили, просто смещаем и снимаем, да? Да. Ну, теперь, когда мы сняли, можно как-то и получше это. Как-то так. Наверное, да. Так, здесь, наверное, уже ничего так особо не сделаешь. Хотя можно что-то попытаться. И здесь уже что-то так загнуто жестко. Прямо вот так вот. Не, здесь ничего не сделаешь. Я так чувствую, если его часто так гнуться, вообще можно отломать кусок. Металл же, чем чаще гнешь, тем быстрее он это. Вот так вот внутри выглядит. Плата, микросхемка. Всякие здесь штуки стоят. Вот эта штука открывается. Опа. И сюда все подсоединяется. Так. Ну, а это надо чем-то... Каким-то, я не знаю, руками получится, не получится. Руками, наверное, нет. Ну, немножко получается, но чтобы полностью выровнять, надо молотком, короче, стучать. Ложить так вот на нее какую-то деревяшку и по ней молоточком выравнивать. Надо что-то поискать такое. Ну, в общем, молоток я нашел. А деревяшку, которую я бы наставлял так вот,
Ну, типа, так вот ставил деревяшку и, ну, не нашел, блин. Единственное, что нашел вот это, но ей ты как-то особо не постучишь, что надо было бы какую-то, ну, деревяшку более квадратную, что ли. Поэтому, мне кажется, вот так положить уже, ладно, снутри стучать. Главное, чтобы снаружи красиво было, а снутри не важно. Поэтому сейчас попробуем. Ну что, пробуем? Блин, а тут надо довольно-таки жестко. Я думал, полегче будет. А тут... Не, все равно нужна какая-то штука, на которую наставлять было бы проще. Вот так... Ну, трохи равняется, уже получше. Но чем этот, вот, как стало. Но чем бы этот угол выровнять, вот это вот вопрос. Так. Так. Не, все равно надо будет что-то наставить. Что-то бы хотелось, но нечего. Чем бы таким подравнивать? Или, может быть, как-то на угол его стукнуть? Да, не круто, конечно, но уже получше, уже вид более-менее такой приятный. Еще бы так вот постучать как-то. Вот так вот. Ну, блин. Блинский, клинский. Попробовать на кувалде подровнять, но просто руками. Потому что молотком сейчас бахнешь. Будет жестко. Это будет жестко. Ну, более-менее. Более-менее. Не беды так. Ну, получше, чем было. Но хотелось бы еще лучше. Но что-то не получается. Все равно хуже я уже не сделаю. Но и так было худо. Очень худо. Ну, как здесь выровнять без деревяшки, я не знаю. Но именно такой деревяшки, которую можно было бы внутрь поставить. Не знаю. Да, норм пойдет. Более-менее ровно. Ну все, осталось только собрать. Я там, кстати, заметил, снизу есть такая штука. Типа, это... Как бы это ее тут показать? Такая, типа, пленочка. О, между металлом. Вон она приподнялась. И плата, и пленочка, чтобы если контакты соединятся между собой как-то случайно, чтобы не закоротило, а то будет, то устройство сразу сломается.
Так, что таки делишка. Так. Так, что-то я не попадаю. Ну-ка. Все, понял, как одевать. Берем так вот. Вот эту штуку зацепляем за вот это. Зацепляем. А когда там зацепили, то тогда просто вот этой штукой как-то надо сюда попасть. Типа и задвинуть вперед. Что-то оно вот опять не идет. Хотя только что одевал. Ну все, на этот раз точно получится. Я уже проверил. Получается, одеваем снизу. Вот сюда так вот одеваем, толкаем. Ай! Да что за... Почему именно в этот момент, когда хочу показать? О! Одел и толкнул. Все ж вроде. Эти две штуки зашли. Вон они. Да, зашли. Ну и все, закручиваем тогда. Тогда закручиваем. Так, ну сейчас закрутим по бырику. Ну вот и закрутил. В итоге угол ровно один, второй, третий. И здесь помятость уже не такая помятая. Уже хоть блок на блок стал похож. Единственное, что сразу я одевал вот эту штуку и гнул. И здесь было все красиво. А потом я ее убрал. И остались вот они как бы. Ну, здесь не особо-то видно. Да. Но видно будет вот здесь, вот, например. Вон оно такие зазубренные от плоскогубцев остались. Вон они такие. Там, не знаю, видно, не видно. И еще где-то я гнул. Вот здесь вот. Все вообще страшно. Он как сказозубрин. Это все от плоскогубцев. Их не было здесь. Если бы надевал бы вот эту штуку наверх, естественно бы этого не было бы. Но тогда пришлось бы дольше. Ну, просто так ты видишь. Вот ты взял и видишь, куда ты гнешь. А за этой штукой ты не видишь. Надо было бы погнул, брал, погнул. Ну, то есть дольше бы пришлось бы колпаться, но было бы красивее. А так оно не сильно красиво, зато побыстрее сделал. Вот. И все. Надеюсь, после моих разборок все будет работать. Так-то я вроде ничего не делал. Ну, углы погнул, выровнял, вернее, это ничего страшного. А то, что снимал эту, мог что-то зацепить. Но вроде ничего не зацепил. Так что, по идее, все должно быть нормально. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.